Хоп! Хоп! Друзья, похоже на булочку теста. Конечно, это картошка, всех видели. Но и здесь молочные продукты нету. Яйца тоже нету. И здесь нет мяса. Отлично, выглядит. Всем привет, друзья. Меня зовут Юсуф, канал Turkish People. Как ваши дела? Скоро будет весна, уже везде солнце, красиво Турция становится. Вот море вчера я снимал, море скучает туристы, да. Друзья, конечно море надо одевать, похудеть надо, да. Без мяса, без молока, без яйца, которые готовить будут надо. Сегодня будем готовить, друзья, также будут. Отель, конечно, международную еду приготовит. Вот, поэтому сегодня будем рулетки. Рулетки, картошку и с грибами, друзья. Друзья, у нас килограммчик картошка есть. Я уже варил, времени потеряем. Друзья, здесь есть 300 грамм шампиньон. Что есть у вас? Все подойдет, в принципе. Я почистил, вот, помыл, времени потеряем. Вот мука есть, друзья, мука у нас там около 200-250 грамм. Есть один штук лук. Есть 2 ложку томатная паста, 1 ложку сахар. И здесь есть соль, пряности, короче, черный перец, паприка и масло есть у нас. Друзья, картошка пока горячая, помять надо. Когда я варю, соль добавляю. Друзья, она типа пюре и без молока, без масла. Вот, хорошо-хорошо надо избивать. А сейчас будем ждать, немножко стынет, сразу нельзя мукой. Сразу порежем, приготовим шампиньон. Вот, тонкий-тонкий порежем, все. Ножки тоже будем порезать, друзья, ничего не выбрасываем. Друзья, сковородку сразу шампиньоны уже порезали, забираем, без масла пока. Потому что шампиньон свой воды есть внутри. Должна она закончиться все. Сразу сверху соль добавите. Уже у нас картошку других мест надо убирать. Она жарится еще. А сейчас лук порежем. Лук тоже тонкий будем порезать, друзья. Друзья, сначала немножко соль добавили. Они очень быстро бросают свой вода, очень быстро приготовим. Уже воды мало осталось. Вот сейчас около 50 миллилитров масла добавляем. Один раз смешиваем. И лук добавляем сразу. Один ложку паприка. Чайная ложка она, друзья. Один ложку черный перец. Местим луком максимум 4-5 минут, друзья. Сильно-сильно не убивайте с лук. Потому что настоящий вкус дает лук, еще духовка идет. Там будет жарить. Друзья, если начинки вкусно, будет блюд очень-очень вкусно. Если горячий, надо подождать. Вот перемешаем, внутри соль, жар забираем. Друзья, картошка остыла, у нас начинка тоже остыла. А сейчас будем хорошее тесто приготовить. У нас было 200-250 грамм муку. Петухонку добавляем внутри. И руками. Когда начинает форма держивать, и тогда остановите муку. Видите, уже форма так держивает. Еще чуть-чуть. Тесто уже готово, друзья. Видите, картошка и внутри есть муку.
Друзья, каждый дома есть пакет. Вот вокруг порежешь, получается такой отличный пакет. Тесто сверху забираем. Радужком немножко масла. Масло немножко рука. Вот скалками откроем потихоньку. Друзья, если у вас там не получается, немножко порежете, вот так, делайте круг, приклейте туда. Очень просто. Сейчас начинки, друзья. Начинки внутри масла не надо наливать туда. Просто начинки, потихоньку. Сильно вокруг не надо, только серединка, вот так. Где некрасиво, там начинайте скрутить. Я и здесь буду начинать крутить, поэтому и здесь близко будет. Друзья, сейчас будем крутить. Вот, петхонку, вот так. Сейчас вот так держим, покрутим. Вот так держим, покрутим. И немножко тянем себя. Вот так держим, крутим. Вот так. Немножко приклеим. Очень мягкие. Так сильно-сильно. И нажимать не надо, друзья. Один нож берите вокруг просто. Вот так красиво делайте. Вот так. Очень просто. Друзья, наш поднос 30 сантиметров. Вот такой. Масла не надо. Сейчас соус будем наливать. Сейчас петхонку порежем. 4,5. Можно чуть поменьше и не выше, друзья. 4 сантиметра достаточно. Вот. Сейчас порежем, друзья. Порежем. Забираем. Такой круг делим, вот. Хоп, хоп. Сейчас руками красиво делим каждому. На тесто немножко откроем вот так внутри. Можно добавить сверху сыр, друзья, но я обещал наши подписчики без сыра приготовить. Друзья, духовка подключили. 170 градусов вверх-вниз и вентиляция. Соус прям не добавляем, немножко пожарится. Вот внутри соус друг друга познакомится, потом будем наливать соус сверху. Друзья, соус будем готовить. Сейчас горячая вода, 200 мл. На этом мало, 350 должно быть. Томатная паста, сахар, 1 ложку соль. Смешиваем сейчас. Знаете, называется открыт томатная паста. Конечно, начинки внутри, если морковь кто-то сладкий любит, конечно, морковь тоже добавите, жарите. Вот добавляем еще 70-80 мл воды. Друзья, сейчас отправляем в духовку. Пусть 7-8 минут пожарится. Потом соус наливаем.
Вот. Друзья, осталось 7-8 минут. Пожарили. Почему жарили? Потому что форма пусть держит. Потом форма потеряет. Вот сейчас внутри по 1 ложку сос. Вот пустое место наливаем это соса. Отправляем обратно. Друзья, сейчас будем ждать 20-25 минут. Приготовить будет, потом будем попробовать, какая вкус будет. Друзья, похоже на булочку тестом. Конечно, это картошку всех видели. Но здесь молочные продукты нету, яйца тоже нету, здесь нет мяса. Отлично выглядит. Вот очень дешевые продукты, можно готовить всех дома. Каждое блюдо. Не обязательно едят мясо люди. Тасо отлично, очень вкусно. А это блюдо не турецкое блюдо, друзья. Я это в России попробовал. Конечно, когда отелем работал поваром, русский народ спросили таких блюд, я давно-давно узнаю, потому что скоро будет русский пост начинается. Да. Вот люди умеют, каждый человек такое блюдо. Но это блюдо отменяло вас. Друзья, посмотрите у нас плейлист YouTube. Конечно, у меня есть больше 100 рецептов тюркские. Конечно, международные еду тоже есть внутри, очень много разные. Поставьте лайк, если не подписывались, подписайтесь на наш канал, не пропустите наши новые видео, потому что не только кулинарные каналы, информацию тоже даем, Турция, что происходит, тоже сдаем информацию. У нас есть, конечно, Instagram, у нас есть Яндекс.Зен, тоже кладываем очень много видео, друзья. Всем спасибо большое, увидимся, пока.